Константин меня очень хорошо представил, я даже сам про себя многое узнал, можно даже похлопать, в принципе, вам сегодня предстоит много раз делать. Я хотел добавить еще про себя то, что я начал заниматься бизнесом с 2015 года, а до этого 15 лет своей жизни я посвятил высшему образованию, я работал в образовании, работал в университете от простого сотрудника до почти проректорской должности. И занимался стратегическим управлением образованием, управлением качества. Это все позволило мне в 2015 году открыть свой бизнес. Первый мой бизнес был центр тестирования иностранных граждан, от которых я, собственно говоря, научился готовить плов. За 4 года существования этого центра через мои руки прошло более 10 тысяч иностранцев, которых мы обучили русскому языку, которых мы протестировали. И факап. И центр этот успешно развивается сейчас, но уже в других руках. В общем-то, во время развития этого бизнеса я столкнулся с еще одним факапом, который позволил, который заставил меня весь этот бизнес оцифровать, автоматизировать, и, в общем-то, этот бизнес начал работать без меня. И я подумал, что нужно найти какой-то еще бизнес один для того, чтобы, ну, чем-то заниматься. Потому что существующий бизнес требовал минимального моего участия. И я обратил внимание на франшизы. Всего за 4 года я перелопатил более 300 франшиз. Две из них я купил, почти купил третью. Сейчас на экране вы видите те франшизы, которые я купил, две сверху, и одна, которую я не купил. К большому, наверное, счастью. Или к сожалению. Потом узнаем. И почему франшизы, в общем-то? Потому что франшиза – это, как я думал, как это есть в мировой практике, это узнаваемый бренд, это набор каких-то инструментов, набор каких-то описанных бизнес-процессов, которые позволяют успешно и без лишних затрат денег и времени вести бизнес. Так думал я, когда я купил свою первую франшизу в 2016 году. Называлась она «Центр сертификации Алсера». Была такая питерская контора, которая занималась сертификацией товаров и услуг. И эта организация имела 11 филиалов по всей России, в том числе я стал 12-м. Почему это направление? Я посчитал, что оформление разрешительных документов в бизнесе для России всегда будет актуальным, и я смогу на этом зарабатывать. Сама франшиза стоила 270 тысяч рублей. За это я получил папку на Яндекс.Диске, телефон в скайпе какой-то девочки Алены. И самым ценным из этого всего набора была табличка в Excel, где были поставщики с контактами. Вот. Мне сказали, работайте. Я начал работать, начал задавать вопросы Алене. Она как-то неохотно отвечала. И, в общем-то, длилось все это месяца два. Роялти составлял где-то примерно 5% от выручки, но я ни разу не заплатил, потому что через пару месяцев я получил письмо от франчайзера, который написал, что «Ребята, я освоил для себя новую сферу в бизнесе строительства, я уезжаю в Москву, всем заниматься будет Алена». Ага. Ну, это мы уже проехали. Это, собственно говоря, мое, наверное, настроение, когда я листал более 300 франшиз, и, ну, штук 15 я из них хотел купить, но купил всего лишь навсего две. Итак, вот эта франшиза Алсера, которая в итоге, с которой у меня ничего не получилось, дохода я по ней практически не получил, были какие-то сделки, но тем не менее, когда франчайзер ушел в другую сферу, в общем-то, большинство поставщиков от нас отвернулись, ну не отвернулись, они просто повысили ценник, и та маржа, которая была заложена в виде скидки, сделала этот бизнес просто невозможным. Из всей этой франшизы я извлек для себя два главных урока. Два главных вывода для себя сделал. Первое. Нужно очень внимательно изучить франшизу. Нужно изучить рынок, на котором эта франшиза работает. В идеале нужно даже сделать какое-то, сформировать некое ТЗ, некое требование к той франшизе, что там должно быть. Нужно очень внимательно изучить франчайзера, потому что сейчас тема личного бренда очень популярна, и очень много всякого фейкового, липового контента, отзывов в сети. В общем-то, как их распознать, я думаю, вы знаете. Но если не знаете, обращайтесь, я вас этому научу. И тоже получилось этой франшизой, потому что этот парень, который эту франшизу мне продал, он в конце концов, я посмотрел, что у него очень много судебных дел. Мне даже позже потом позвонил некто Владимир из города Самары, сказал, Игорь, у вас есть франшиза Алсера, как у вас дела? Я говорю, дела плохие, и в конце концов мы поняли, что нас скинули. В общем, это был плачевный опыт.
Вторая франшиза, которую я купил, это был 2016 год, где-то уже в конце. Тот центр тестирования иностранных граждан, который у меня был, он существовал успешно и сейчас существует. И я решил повысить средний чек за счет того, чтобы предоставлять какие-то дополнительные услуги. Я подумал, что это может быть вполне перевод документов с иностранных языков. Поскольку вот этим я ничего не понимал, я решил посмотреть, что есть на рынке. И очень удачно подвернулась мне франшиза, которая называлась «Города переводов». Это филиальная сеть из 9 филиалов в разных городах, которая предоставляла услуги переводов с иностранных языков. По этой франшизе я вел очень длительные переговоры, порядка 7 месяцев мы разговаривали с директором, и меня не устраивало 3 позиции в этой франшизе. Мы во всем договорились, кроме 3 пунктов. Первое – это роялти. Франчайзер предлагал платить роялти 5% с оборота, но это было нелогично, потому что маржинальность в этой франшизе, в этом направлении, в этой сфере деятельности составляет 25-30%, и получается, что 5% роялти, оно превращается в 15-20% от прибыли. Я предлагал по-честному, давайте я буду вам давать 20-40% от прибыли, но будет честно. Это было честно, потому что там было CRM, все было прозрачно, и так можно было сделать. Второе, что меня не устраивало, это политика, рекламная политика. Ежемесячно по договору я должен был отдавать 10-15 тысяч рублей на рекламу, но при этом, куда деньги уходят, мне было непонятно. Был сайт, были какие-то другие каналы в социальных сетях, но мой общий разговор с франчайзером показал, что человек не знает, что такое ROI, он не знает, что такое конверсия, и это меня, в общем-то, напрягло очень сильно. И как потом выяснил я, что он так и не знает до сих пор, как, в общем-то, деньги эти окупаются. И третье, что меня не устраивало, это огромное количество отчетов, которые я должен быть как руководитель высылать каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый квартал. Доходило даже до того, но это впоследствии потом, что франчайзеры мне сказали, поставь камеру у себя, чтобы мы могли видеть, что твои сотрудники одевают бейджики. Иначе это было просто факап. Вот, в итоге я подумал, что да и черт бы с ним, я куплю эту франшизу, там как-нибудь договорюсь. Как говорится, ввяжусь в бой, а там посмотрю. Я подписал франшизу, потому что мне эта деятельность была нужна. Я начал работать, в конце концов, это приносило какие-то деньги, которые хватало на заработную плату, на аренду, и роялти и рекламную кампанию я оплачивал с своих денег. В итоге это принесло мне за полтора года деятельности минус 240 тысяч дохода, и, в общем-то, я решил, что черт с ней, это с ней франшиза, я каждый месяц думал, ну сейчас летит, сейчас пойдет, сейчас все будет здорово. Но как-то не получалось. У меня были большие претензии к руководству, к франчайзеру, потому что я не понимал, куда уходят рекламные бюджеты, я не понимал, почему крупные заказчики остаются в главном центре, а нам достаются, имеется в виду, городам переводов маленьким достаются только мелкие заказы. В общем, я решил разорвать с ними отношения, просто не платить роялти. И опять через 2-3 недели мне звонит парень, не помню уже, как его зовут, из Екатеринбурга, говорит, Игорь, а вы как относитесь к головному центру городов-переводов? Я говорю, да плохо отношусь, они нехорошие люди. Он говорит, вы знаете, мы тоже. Я говорю, кто это мы? И как выяснилось, что 3 других города тоже очень недовольны, 3 других, это, там были и франшизные истории, там были и просто филиалы. Это Новосибирск, Екатеринбург и Москва. Им тоже не понравилось, как компания «Головной офис» ведет дела. И в конце концов это все вылилось в то, что мы устроили небольшую революцию. 4 города вышли из городов переводов, и мы основали компанию «Компания переводов». Мы договорились на берегу, сразу по общим позициям, о том, что мы будем делать, какие наши будут общие затраты. В конце концов, мы в течение 2 месяцев потратили чуть более 200 тысяч рублей, сделали нормальный хороший сайт, сделали рекламу, и это принесло нам неплохой доход. Сейчас эта компания приносит порядка 80 тысяч рублей в месяц. Там работает 2 сотрудников. Изначально у меня работало 3 сотрудников. Какие выводы я сделал из этой франшизы? Что нужно договариваться на берегу обо всем. Надеяться на то, что потом как-нибудь мы договоримся, ну нереально, не вариант. Второй вывод, что никаких компромиссов быть не может в договоренностях, потому что любой компромисс
это уступки с чьей-либо стороны, либо с вашей, либо со стороны вашего партнера. Эти уступки вырастают в напряжение вырастает в конфликты, и рано или поздно они выражаются, ну, в то, что получилось. И третье – это договариваться. Очень, кстати, всегда во всех переговорах договариваться о том, что давайте мы будем садиться раз в полгода, раз в год, раз в месяц и пересматривать договоренности. Если всех все устраивает, окей. Если нет, давайте договариваться по-другому. В общем, такая получилась история. И третья моя история, которую хочу вам рассказать, случилась совершенно недавно. Этой весной я осознал, что то, чем я занимаюсь, те бизнесы, которые у меня есть, не приносят мне удовольствия, потому что там все автоматизировано, там я уперся в потолок развития, некуда больше развивать. Я понял, что я хочу нормальный, соответственный бизнес, я принял решение все продать. Я продал все там 2-3 бизнеса, которые у меня были, и начал искать другое. Я начал смотреть новые идеи, новые, как вы думаете, что? Франшизы? Франшизы. И наткнулся на одну очень классную, как мне показалось, идею. Это столярная мастерская. Один парень из Питера предлагал столярную мастерскую по франшизе. У него все было так здорово, все так классно. Он был такой прям бодрый, веселый. И мне прям тема зашла. Я думаю, как так? Такое соответственное дело. Такое благостное начинание. Давайте делать. Я так всем увлекся, что мне это реально увлекло. Я мозгом понимал, что у этого парня маленький опыт в бизнесе, ему всего 26 лет, он 2 года занимается бизнесом. Он 2 месяца назад открыл ИП. Я понимал, что у него нет опыта масштабирования бизнеса, у него даже не описаны процессы. И последнее, что меня даже не напрягало, что он не выполняет свои договоренности. Мы с ним договорились в неком тест-драйве, он сказал, через 3 недели я тебе все будет. Я заплатил ему деньги, там порядка 50 тысяч, он мне обещал сделать тестовую рекламную кампанию. Но не сделал, сделал через 2 месяца. Я говорю, ладно, окей, тема-то хорошая. Вот. И в конечном итоге я пошел в ПТУ, чтобы учиться на столяра, имея 3 высших образования. Я пошел в, как это называется, подмастерье, в столярную мастерскую, чтобы подышать пылью и понять, вообще мое это или не мое. И вот в этой столярной мастерской со мной случилось прозрение. Мы где-то там стою, строгаю, там чего-то делаю. И мне Антон, хозяин столярной мастерской, говорит, а тебе зачем франшиза? Я говорю, ну как, они меня научат делать что-нибудь из дерева, это надо потом продавать. Говорит, ну ты же вот понимаешь что-то в интернет-маркетинге? Я говорю, ну да. Говорит, ты же можешь продавать? Я говорю, могу. А зачем тебе франшиза? Я говорю, ну они меня научат, какие станки покупать, что на них делать. Ты знаешь, на те 5 дней, которые он приезжает тебе, он тебе столярки не научит. А станки я тебе и так скажу, что нужно покупать. Я хотел было что-то ему возразить, но этот парень с 9 классами образования, он мне просто взорвал мне мозг. Я говорю, ну действительно, а зачем мне франшиза? Вот, в итоге я принимаю решение, что франшизу это покупать я не буду, буду делать столярную мастерскую самостоятельно. И действительно, сейчас этой темой я занимаюсь тем, что стараюсь из этого сделать что-то нормальное, приличное, потому что то, что есть в гаражных кооперативах, это не то, но это как бы тема отдельного разговора. Какие выводы я сделал после этой франшизы? Первый, самый главный вопрос, который должен задать себе любой, кто хочет заниматься, работать во франшизе, а вообще, зачем мне нужна франшиза, что она мне даст? И второе, а франшиза ли это? Потому что 95% тех франшиз, которые сейчас продаются на рынке, это не франшизы. Это в лучшем случае некая схема бизнеса. Купил там, настроил лендинг, нагнал трафик, продал тут, все. Либо еще что-нибудь такое хитрое, либо просто кидалово. Есть нормальные франшизы, но их очень мало, и их нужно хорошо анализировать. И в заключение я, собственно говоря, хочу с вами поделиться мыслями, а как купить нормальную, правильную франшизу? Константин провел хорошую работу для меня, провел уже социологический опрос. Только 2 людей работают здесь по франшизе. Трое. Поэтому трое. Есть трое. Трое, да. Трое. Но трое из 100 – это прям очень мало. Если кто-нибудь из вас столкнется с желанием купить франшизу, либо вложить деньги какие-то, которые вы зарабатываете с имеющего бизнеса, я бы вам дал следующие советы. Первое, задать себе вопрос, зачем мне франшиза нужна? Что она мне даст такого, чего я сам делать не умею? И, собственно говоря, какие есть причины для того, чтобы купить франшизу? Первое, это бренд. Если франшиза – это бренд, который уже сам себя продает, если в ней еще есть какие-то описанные процессы,
Если в ней есть какие-то поставщики, у которых очень большие скидки, тогда да, тогда это хорошая тема. Нормальные франшизы, такие как там KFC, Макдональдс, сетевые магазины там какие-нибудь, я не знаю, там Zara, еще что-то, я не очень в них разбираюсь. Это нормальная франшиза, это можно покупать, с этим можно работать. Второй вариант, если у вас нет бизнеса, опыта в бизнесе вообще, вы не знаете, что это такое, вы хотите, чтобы вас взяли за ручку, провели по всем пунктам, тогда да, нужно покупать франшизу. Либо еще один вариант, это купить франшизу в той области, в которой вы ничего не понимаете. У меня был такой опыт, я хотел открыть визовый центр, нормальный, как в Новосибирске, но понял, что я в этом ничего не понимаю, начал искать франшизу. Франшизу я нормальную не нашел, и желание открывать, пробовать самому, конкурировать там с сотней агентств, которые есть в Барнауле, которые тоже этим занимаются, мне тоже не хотелось, было жалко времени и денег, я не стал этим заниматься. Игорь, у нас время. Еще два пункта. Второй пункт – это изучить франшизу. Внимательно нужно изучить франшизу. Опыт мой подсказывает, что нужно ответить себе на следующие вопросы. Сколько лет франшиза, сколько лет компания вообще на рынке? Проверить ее финансовые показатели, посмотреть, это все есть в открытых источниках, есть куча сервисов в интернете, которые позволяют это сделать. Сколько точек своих, сколько точек франчайзинговых есть у франшизы. Также хорошо почитать отзывы о франшизе и понять, какие фейковые, какие не фейковые. И, в общем-то, изучить внимательно лично самого франчайзера, чтобы он потом не сбежал, как в моем случае. И последнее – это переговоры. Внимательно, я понимаю, может быть, звучит банально какие-то вот эти вот мои советы, но тем не менее, внимательно читайте договор. Я расскажу, если позволят организаторы, короткую историю. 30 секунд. Я когда читал, изучал договор по столярной франшизе, там было написано, что 25. За передачу ноу-хау столярного производства третьим лицам штраф 1 000 000 рублей. Я звоню, говорю, ребята, а что за ноу-хау? Вы какие-то ящики как-то по-другому сбиваете из дерева? Да нет, так же. Я говорю, а что мне штраф будет, если я кому-то расскажу, соседу, как табуретку сделать? Он говорит, да нет, нет, что ты, конечно. Я говорю, а почему такой пункт? Он, да? А, ну хорошо, мы уберем. Как бы 1 000 000 рублей на минуточку. Нужно понимать, на что уходит паушальный взнос, что вы получите взамен тех денег, которые вы изначально платите, как рассчитывается роялти, насколько это прозрачная система и, собственно говоря, как выстраивается взаимодействие потом с франчайзи непосредственно после покупки франшизы. И последний слайд, резюме по моему выступлению. 95% франшиз на рынке – это не франшиза, а в лучшем случае схема бизнеса. Не каждая схема бизнеса – это есть хорошо. И даже если вы покупаете нормальную, хорошую франшизу, это не залог успеха, не гарантия того, что вы купили яйцо, несущие золотые яйца. Я хочу вам пожелать успехов в ведении вашего бизнеса. Покупайте хорошие, правильные франшизы.